Бракоразводный процесс между 33-летней Пелагеей и 28-летним Иваном Телегиным становится все более скандальным. Сегодня стало известно, что олимпийский чемпион обманул певицу ради материальной выгоды. Заслуженная артистка России продолжает судиться с хоккеистом. Завтра, 9 июля, состоится новое заседание. У супругов есть финансовые претензии друг к другу. Им предстоит разделить дом за 54 миллиона рублей, который куплен в ипотеку. Предметом спора является и квартира, в которой живет звезда с 3-летней дочерью Таисией. Это жилье Пелагея купила за средства своей матери. Выяснилось, что Иван Телегин скрыл от жены деньги от продажи квартиры, купленной в браке, и дорогую иномарку. Машину он приобрел за средства, вырученные за авто Пелагея. Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли, сообщил помощник адвоката певицы. Спортсмен присвоил Бентли стоимостью 16 миллионов рублей. Супруги ради его покупки продали Мерседес и добавили недостающую сумму из семейного бюджета. Телегин настаивает, чтобы судебные тяжбы проходили в закрытом режиме. После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так, как это установлено семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагея, цитирует представителя Пелагея Стархит. Форвард ЦСКА и сборной России ограничил общение с дочерью. Ежемесячный доход Ивана составляет 3,5 миллиона рублей. Певица претендует на алименты в размере четверти от этой суммы. Пелагея пожаловалась на заказную травлю из-за развода с Телегиным. Певица сильно похудела после ухода мужа. Она похвасталась постройневшей фигурой в тесном платье. Звезда показала умилительное видео с дочерью. Красивую и любознательную Таисию сравнили с известной мамой.